Страшно стало жить скоро. Нас, мусульмане, возьмут всех в оборот. И это попустит Господь, видя нашу веру теплохладную. Монашество истинно исчезает, если уже не исчезло. Осталась одна форма – клубуки, да четки до пола. Отпуска домой к родителям, к детям. Молитва заменена вычитыванием имен в толстых тетрадях указанных, которые монахи не считают основным делом вместо Иисусовой молитвы. Поэтому неудивительно, что бегут из алтарей, снимают саны с именитых диаконов. Священники разводятся и второй раз женятся. Монахи женятся, многие прослужившие в алтаре не только уходят со церкви, но и крест себя снимают. Удивляться не приходится, трудно сейчас найти духовника, который был бы начитан по святым отцам и мог дать духовный совет, не угождая людям, а помогая им исцелять больную душу. Это только начало всех бедствий. Дальше, если люди будут только раз в год ходить на освящение куличей, пасах и яиц, за крещенской водой и на соборование думают только о теле своем, забывая о больной душе, то настанет непоправимая катастрофа. Это не шутки. А мы все продолжаем играть в игру под названием «Православие», а не жить по-христиански.